Январь месяц, солнышко, погода. Погода отличная. И вот, смотрите, не успели мои куры занестись, как это срочно обнаружили мои коты. Эта кошка с котенком уже бегом обнаружили наличие яиц. Это значит, кто-то из вас несется в подстилку, потому что из моих гнезд достать яйцо кошка не может. Значит, кто-то из вас несется не туда, куда надо. Сейчас все посмотрим. Как вы думаете, где я в первую очередь буду смотреть яйца? Ну, конечно же, у моих молодочек. Мне очень интересно. Солнышко, все вышли, все гуляют. Молодцы. Правильно, надо ловить солнце перед морозами. На следующей неделе у нас будут очень сильные морозы. Все, заходим смотреть яйца. Захожу вместе с вами. Так. Охраняешь, наверное, есть яйца. А ну-ка смотрим, давайте. Так, на полу не вижу. Не вижу. Смотрим первое гнездо. Ага, есть яйцо. Смотрите, это одно из них. Это поклад резиновое. Это вот это, видите, резиновое. А второе это классное яйцо. Это яйцо курочки-молодки. Так, смотрим следующее гнездо. Что у нас здесь, смотрите? А здесь у нас тоже яйцо. Вот, какая красота. Так, вроде бы нету больше тут. Продвигаемся к следующему гнезду. Тут не вижу яиц, тут нету. Все хорошо, сейчас проверю. Нет, будто бы нету. Здесь, смотрите, как замято гнездо. Я могу предположить, что именно яйцо, которое было на входе, это именно отсюда яйцо, которое вынесли коты. Потому что, смотрите, как вмято. Предполагаю, что в этом гнезде спала наша Маруся. Вот, смотрите, как хорошо вымято. Это точно отсюда яйцо съеденное было, которое мы нашли. Так, на всякий случай смотрим. Ага, смотрите, видите, это резиновое яйцо. Так, сейчас я его достану. Это резиновое. Ну вот точно так же здесь может выкатиться и настоящее яйцо. Но вижу, нету пока. Пока нету. Так, это резиновое, естественно, я ложу как поклад в одно из гнезд. А, смотрите! Вот это да! Голубое яйцо! Класс! Смотрите, какое! Вот оно! Это яйцо оливковое от помеси амераукана и обычной моей хохлатой курочки. Вот оно именно. Вот я сейчас выйду на улицу и покажу вам его. И смотрите, что тут творится. Боже, еще есть яйца. Вот это да. Вот это да. О, смотрите, сколько у нас яиц молодки наложили нам. Класс. Они еще не совсем соображают,
что им надо нестись в гнезда и несутся пока что в подстилку. Так, а как же нам достать это яйцо? Ой. Лезу, практически лежу под гнездом. Опа, достала. Ой, достала. Так. Вот это да! Смотрите, с каждым разом увеличивается количество. Уже 5 яиц. Вот это да, мои красоточки. Мои красоточки. Вот смотрите, в этом вольере у меня нет кур, которые несут голубые яйца. Сейчас я вам вынесу их на улицу и покажу, какого цвета это яйцо при естественном... Ой! Ты зачем меня клюешь? Клюнул мне палец. Так, и сейчас выйдем на улицу, чтобы хорошо было видно именно цвет этого яйца. Ну, вот так вот, не знаю, передает камера или нет. Но яйцо, вы знаете, не голубое, а вот такое оливковое. Оливковое яйцо очень красивого цвета. И вот именно такой цвет яйца у нас получился от скрещивания обычной моей курочки-несушки с амерауканом. Вот такой вот получился зеленоватый отлив. Вот такой вот оливковый цвет. Предположительно, такое яйцо могла снести вот такая курочка. И вот с каждым разом у нас уже прибавляется яйца. Ну и могу предположить, еще мои кошки немножко подъели. Вот, ну, наконец-то дождались мы. Уже вот сколько яиц. Тут сейчас будет яйцо. Красавица, да? Красивая ты. Красивая. Вот такое утро в курятнике. Вот. Гнезда все заняты. Это очередь в каждое гнездо. И петух пригнал всех кур нести яйца. Это гнезда со скатом яиц в яйцеприемник. Все, одно пошло, освободилось гнездо. Заходи. Это два разных гнезда. Одно со скатом яиц, яйцеприемник просто на ровной поверхности под наклоном. А второе гнездо вот с такой вот дыркой. И тоже, где бы курица ни села, в каком месте этого гнезда, снесет яйцо, оно под наклоном со всех сторон, есть наклон, скатывается к центру и падает в яйцеприемник. И все яйца в целости и сохранности, и в любую грязь в курятнике остаются чистыми.
Сегодня у нас в курятнике день капусты. Очень часто меня спрашивают зрители моего канала, как же ж так, у вас постоянно у курочек есть зерно каждый день и в любое время. Все время есть зерно, и ваши куры не зажиреют. А секрет в том, что вместе с зерном я даю еще и овощи. И вот эти овощи у меня чередуются. Это или буряк, или вареная картошка, или морковка, или капуста. Летом это зеленая трава, которую я привожу сюда тачками, скошенная. Вот. А зимой нам помогает в том, чтобы куры не зажирели при таком количестве зерносмеси, овощи. И сегодня это день капусты. Можете увидеть, что сейчас январь месяц. И вот так вот хранится у меня хорошо капуста. Вот смотрите, какая хорошая капусточка. Я на хранение капусту убираю именно в таком виде. Оставляю вот так вот ствол. Приблизительно обхват руки, вот так вот, чтобы удобно было переносить. И этого достаточно. Здесь присыхает хорошо корешочек, он тоже обрезается, корень, и ствол присыхает. И вот так вот хорошо хранится капуста. Верхние листочки вот так вот присыхают. И внутри, если снять этот верхний листочек, вот такая прекрасная капуста. Капусты я сажаю много, столько нам не съесть. Сажаю я много умышленно для того, чтобы всю зиму кормить своих курочек сочными кормами. Вот если вы будете кормить зерносмесью и сочным кормом, то есть это какой-то из овощей, то яйца у вас будут и зимой, и летом. И вот так вот я привожу. И даю всем-всем своим курочкам. И сейчас я буду это делать. Так. Ну, вот так вот просто кладу в вольере. Куры прекрасно знают, что с ней делать. Ничего не тру, не разрезаю. Они все хорошо расклевывают. Почему я люблю давать еще капусту? Это для кур занятие. Они, если куры двигаются, занимаются, у них хорошо начинается хорошая яйценоскость. Они должны двигаться, не должна курица спать, все время сидеть и не знать, чем заниматься. А вот так вот, когда есть занятие, и с охотой они вот так едят. Во-вторых, у них есть чем занять свой клюв. Вместо того, чтобы клеваться, биться, расклевывать друг другу перья, они занимаются капустой. Это тоже еще один плюс, когда вот так вот капуста дается курочкам. Ну и соседние молодки увидели капусту и требуют от меня тоже капусту. Сейчас все вы получите тоже. Даю и вам. Имейте терпение.
вот такую вот небольшую я дам арауканам. И эти хотят. Ну, у вас же есть. Прибежали за капустой. Ну, идите кушать капусточку. Обязательно мы должны помочь этой курочке занестись. Ей нужен обязательно сочный корм. Смотрите, что я обнаружила за дверью. Как обычно, видите, только где-то образовывается какая-то выемка, ну сразу куры начинают туда нестись. Это же все яйца для моих кошек. Все яйца, которые мимо гнезда, это все для кошек. И вот смотрите, какое, ой, какое удобное гнездо они себе организовали, оказывается. Ага, а я в гнезда заглядываю. Вот эти кирпичи, все это нужно убрать. Или же наоборот, положить там кирпичи. Наверное, я, скорее всего, их там положу. Вот так. Вот так. Никакого здесь гнезда нет. Вот так. Вот так. Так будет лучше. Все. Плюс еще одно яйцо.
как только я эту бункерную кормушку забиваю сеном, сразу все слетаются на такую вкуснятину. Очень мне понравилась такая бункерная кормушка, и я планирую сделать ее во все три отсека. Курочки едят чистое сено, не затоптанное, не запачканное. И оно у них всегда есть в наличии. На протяжении недели они спокойно его, вот эту всю бункерную кормушку, съедают, вот это количество. И этого достаточно на всех кур в этом отсеке. Поэтому спокойно можно сделать таких три на все три отсека. Так, кто-то только что здесь снес яйцо. Я слышала, упало яйцо здесь. Если вы прислушаетесь, вы тоже это услышите. А за яйцами мы придем с вами прямо сейчас. Только я схожу за ведром. Вот и снесла яйцо. А посмотрим мы яйцо, когда я принесу ведро. А у молодок по старинке. Пока не сделала бункерную кормушку, пока вот так даю. Ну, идите кушать. Сюда под гнездами я люблю просыпать. Вот так, чтобы у них здесь было сухо, чисто и приятно. Я наливаю воду, естественно, зимой и осенью мне приходится носить лейкой. Летом я шлангом наполняю. И вот так вот у меня курочки пьют из чашечных поилок прямо в курятнике. Молодка привыкает нестись в гнезда со скатом для яиц. Вот сначала она будет нестись на солому, потом солому я убираю, и курочка продолжает нестись в это гнездо уже без соломы. И яйца будут у нас в яйцеприемнике. А пока что там лежит солома, и яйцо скатиться не может.
Вот так вот курочка-молодка учится нестись в мои гнезда. И сейчас там тоже будет яйцо. Иду собирать яйца. Взяла ведро. И в ведре у меня лежат яйца молодок, которые мы собрали с вами. Еще никогда не шла за яйцами вместе с ведром, с яйцами. Вот, смотрите, как хорошо видно. Вот это яйцо снесла моя повесная курочка зелененькая, вот такое. Можно сказать, даже голубоватое. Но вот по правилам говорить, это оливковое яйцо, потому что снесла его курочка поместная, моя обычная. Вот такая несушка вместе с амерауканом. Петух был амераукана, вот поэтому я и говорю вам, достаточно иметь вот такого чубатого петуха, и у вас уже будут цыплята. Какой-то процент, естественно, не все, но уже большинство цыплят будет у вас вот такие с чубчиками. Даже не обязательно курочку иметь вот такую для начала, а можно только петушка. Все, идемте соберем яйца. Вам тоже интересно? Я, в принципе, все дела уже сделала. Все уже везде перестелила, почистила, всех проверила, накормила. И теперь могу спокойно собрать с вами яйца. Открываю гнезда. Опа, смотрите. Смотрите, какая красота. Яйценоскость моих кур восстанавливается. После линьки немножко передохнули. Это естественно, никакая курица вам не будет нести 365 яиц в год. Естественно, какой-то период курочки должны отдохнуть. И вот, наконец-то, у моих кур этот период прошел. Все, начинают нестись. И я собираю. И я опять собираю яйца. Вот так вот, мои молодцы. Все, яйценоскость опять у нас восстанавливается. Курочки отдохнули, набрали сил. И теперь я думаю, что уже будут стабильно нестись. Красота какая, да? Так, яйца очень крупные, возможно, даже двухжелтковые, очень крупные. Вот уже сколько. Красота какая. Хотела сказать, ну вот и все. А оказывается, еще и не все. Видите? Это еще и не все. И еще есть. Наверное, вот это только что снеслось. Вот, с пером. Ну, а теперь вот и все. Класс. Вот и пошли яйца. Красивенные, чистенькие. Вот мои молодцы курочки. Это курочка Галашейка. Ну и, конечно же, мы не забудем посмотреть в верхних гнездах. Это гнезда у меня
с вот такой вот дыркой в линолеуме. Вот такие гнезда еще есть, другой модификации гнезда. Здесь дырка расположена таким образом, что она находится как бы с горочки, скатывается вниз в углублении. И яйцо падает, и оказывается у нас яйцеприемники. О, класс, смотрите. Видите, эти гнезда тоже начали работать. А вот это, кстати, то яйцо, которое мы смотрели, курица там сидела. Вот. Это ее яйцо. Я здесь рядышком поставлю, постараюсь, изображение. Час назад я снимала, как курочка тут сидела в этом гнезде. И вот такое вот яйцо она снесла. Красивое. Так, кладу в ведро. И вот эти, видно, вчера-позавчера снесены. Немножко припыленные. Так. Все. Ну, неплохо. Неплохо, учитывая то, что, если вы помните, в прошлый раз я собрала, по-моему, 7 яиц. В прошлый раз у меня было. То вот... В этот раз смотрите, сколько уже яиц. Молодец. Молодец, петушок. И курочки молодцы. Молодец. Ну, давай ты еще кукарекай. Давай. Молодец. Вот такой урожай. Петя, это я иду кормить следующих кур. Вот такой зерносмесью я кормлю своих кур. Это пшеница, кукуруза битая и семечко подсолнуха. Даю, даю. Ну и за хорошую работу курочек надо отблагодарить. Это хлеб. За яйца. Отблагодарить же надо. Размоченный в холодной воде хлеб. Вот так. И вам дам. Ешьте. Так. Шелковым с маранами тоже даю. Нет времени в миску. Обычно это даю в мисочку, но я уже опаздываю. Нет просто времени. Вот так вот любят хлеб. Это для курочек лакомство. Давайте еще поделимся. Давайте. И вот сюда еще чуть-чуть. Тоже заслужили. Молодки тоже заслужили.
вы хорошо начали нестись и поэтому получили лакомство. Вот, по-видимому, вот эта курочка у меня помесь с амирауканом. Вот она несет оливковые яйца. И по традиции, перед самым отъездом, я захожу проверить гнезда. А вдруг, да еще что-то снесли. Ага, смотрите, видите? Вот где сидела курочка наша. Видели, как она здесь сидела? Я вам показывала. Вот теперь и есть яйцо. Горячее. Класс. Только-только снеслась. Красоточки мои. Только-только снесла. И вот теперь, как только она начнет сюда хорошо нести стабильно, солому я уберу. Но пока что не буду убирать. Пока еще недельку-другую пусть соломкой несутся. Конечно, я буду терять яйца, потому что сюда будет Марс и Маруся ходить за яйцами. Но это ничего страшного. Они когда-то зайдут, яйцо возьмут, а когда-то мышку здесь словят, увидят. Поэтому это все, что не делается, все к лучшему. Все, уезжаю. Успела все за 3 часа успела сделать. Все.